В Рязанском художественном музее имени Пожалостина состоялось открытие выставки произведений трех рязанских художниц – Надежды Блиновой, Галины Сметаниной и Татьяны Пивоваровой. Чтобы представить свое творчество, они объединились в рамках одной выставки, которую назвали «От земли до неба». Каждая из художников имеет за плечами несколько десятков работ, которые представлены на выставках разного уровня – от областных до международных. Их произведения хранятся в музейных собраниях и частных коллекциях как в России, так и за рубежом. Некоторые из их работ, отражающие исключительный взгляд автора, представлены в Рязанском художественном музее. Объединившись, эти художники представляют свой мир. Мир удивительно цельный, радостный, очень гармоничный и очень женский, наполненный лирическими откровениями, поэтическими интонациями. Каждый из них занимается в своей сфере искусства. Произведения рязанских художниц представляют индивидуальную грань творчества и технику исполнения каждого из авторов. Помимо картин, на выставке были представлены работы из керамики, автором которых является художник-керамист Галина Сметанина. Все ее скульптуры были изготовлены вручную, гончарным способом. На этом поприще она достигла удивительных высот и всеобщего признания. Ее работы признаются повсеместно на всех всероссийских и международных фестивалях, на которых она постоянно участвует. И можно сказать, что Галина Сметанина, рязанский художник, находится в русле просто международных тенденций керамики искусства 21 века. Татьяна Пивоварова долгие годы работает в станковой графике. В ее творчестве пересекаются два мира – реальный и образно-мифологический. Работы художника отличаются светоносностью и изящностью письма. Работы, представленные на выставке Рязанского художественного музея, делятся на три категории. Здесь есть листы, которые относятся к более духовной части, то есть к праздникам православным. И к их переживанию, простому человеку, так скажем. Вторая часть – это мир предметный, в котором тоже очень много духовного. Это натюрморты из простых вещей, которые окружают нас. Там рябины, яблоки, цветущие ветки. И несколько фантазийных композиций на этой выставке у меня, они связаны с темой птиц, то есть темой полета. Особой исключительностью выделяются картины на тему птиц, потому что при их создании художник выполнял целый комплекс действий на протяжении длительного времени для того, чтобы создать полноценное произведение. Сначала писался букет, что-то уже и не увидите. Потом подводился фон. Потом этот фон разбивался на мелкие частички мироздания и на отрисовку птиц. Букет уже пропадал. И потом еще каждая секция птицы еще разбивалась на более мелкие. Там можно увидеть, если будет рассматривать, там можно увидеть дома, деревни, там фигурки можете увидеть. Еще мелкие, более мелкие какие-то там растения. Открытие выставки «От земли до неба» совпало с предстоящей Пасхой. Поэтому у авторов есть много работ на эту тему. В связи с введением карантина Рязанский художественный музей имени Пожалостина закрыт. Поэтому все поклонники творчества рязанских художниц могут ознакомиться с их работами посредством интернета на странице музея ВКонтакте. Семен Иванов, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город».